так. Че? Че за демонтаж начался, я не понял. Вот лампа. Стой, стой. А, неудачно взял. Ёбаный ты рот, стой. Поставь все лампу. Ой-ой-ой-ой-ой. Голая хата. Хат на НГ, ой-ой-ой. Все, все, все нормально, вот стоит криво, но а тут давай, чё? Так... Ё-моё, диван, кровать. Чу-чу. Давай, сука. Все, футбольный диван, соответственно. Вот, сука, Денчик. Все сойдет, короче, так. Все надо фастом расставиться. Да. Это так чуток чисто. Нет, нет, реально, хочешь реально ружом вообще? Смотри. Вот это реально ружомба. Можно даже 4 еще их посадить. Андрей, спустись, пожалуйста. На секунду. Тут телек летает. Андрей, спустись. Ты хату ломаешь. Блять, я случайно. Я же не хочу ее ломать. Андрей, Андрей, спустись, чё спустись, такое? Спустись по лестнице. Не хочу. Давай, ну что такое? Блядь, телек понятно. Летает. Да я знаю, что там телек летает. Я хату заделал вообще. Ты видишь, я пытаюсь доски обратно. Нет, нет. Что там произошло? Вот опять, вот, блядь, заспаунил, духу, блядь, ничего себе. Сука, не ставит себя говно, блядь. Иди сюда. Сейчас все переебу, сука. В смысле я? В смысле я испугаю? Это хомяк. Да, блядь, короче, нахуй, да. Чё-то до хрена. Ну да. Андрей, бери. Ладно, не буду мешать. А, Денчик, сука, падла, блядь, что ты делал? Все, давай, моя мужина. А, тут гравитация, блядь. Убери гравитацию, слышишь? Ебучая крыса тут съебала нахуй. Откуда здесь стул появился еще, опа? Это хомяк, Андрей, это хомяк. Не понимаю, что возможно, да? Какой хочу? Ты просто ходишь и хату. Да я не знаю. А короче, комбайн Виндоу, краб канистр. You and me, Hoss. Раз, это Хармас. Все спортивку ходит раз. И на Найке пацаны. Слушаем Хармас басы. Это стал любимый. Зубенко Михаил Петрович. Ёб твою мать, я застрял, блядь. Сука. Так, главное, вот сейчас. Ты не бучи сволочи, нахуй. Ёб. Да шо за хуйня, чё? Чё за... Ты как вообще? Чё ты сделал, блядь? Чё ты поджог? Так вот, нормально. Не, я сейчас красиво сделаю, стой, знаешь, как я делаю? Сейчас офигеешь. Опускаешь стрелы низко, но душа полетела, летят низкие... Чё за херня? Что делаешь? Короче, ладно, нет, тупанул, он заново все, заново, заново. Точно. Что? С тобой, я не понял. Слушай, загрузи, короче, заново. О, начало выстрелил.
Не насрать на дверь. Да. Сейчас ее перекрашу, ты этого не сделаешь. Вот и все. Нет, слишком черный. Да. Не, еще посветлее. Верни дверь, блядь. Верни ебаную дверь на место. Дверь мне запили, блядь! Видишь, я это слишком долго красил. То есть какая мне цель? Дом ваш просто разломать. Да не разломать нас. Андрей, я сейчас сломал плиту. Чё, блядь, ты сделал? А любыми способами? Да заново запусти. Не, сейчас поставлю. Да ты не поставишь, ёбан. Поставлю. Слышь, смотрите, как я надымил. Знаю, я твою поставлю, да. Ща, прям. Да, сейчас поставлю. Ща, блин, вот, упал её. Ща. Не перекосяк, молодец. Какой вейк. Ты же не удалил этот мод? Какой? Нет. Блин. Бенчик, давай это. Сейчас поставлю. Да блять, заново запусти, ты ебаный. Сейчас поставлю. Да все, ты накосячил уже, давай тогда заделай. Сейчас заделаю. Давай я заделаю. Все, Данчик, давай я заделаю, все. Сейчас поставлю. Че ты за херня, блядь. Да это не так надо делать, твою мать. Данчик, я сказал, давай я заделаю. Данчик, дай мне мегаваты. Да дядь, блядь, все на испортил просто. Ну ладно, что? Было нормально все. Нет, сейчас надо. Ой, блядь. Машина сломала крышу, хуям. Что происходит? Андрей, я тебе отвечу, это не я. Я не знаю, что это. Заново запускай. Как мы тебе блин? Денчик, что хватит, блин? Давай дом тогда нам. Это не я делаю, понимаешь? Что это такое? Ну нормально, разнос хаты уже начался. Ну это топ-хата, слышь, Андрей? Ой-ой-ой. Хата, я предлагаю прям так оставить. Меня кто-то убило. Ой. Меня пиво убило, пацаны, алкоголь убивает. Стена, стой, не трогай стену. Меня всё починили. Сейчас я тебе помогу. Всё нормально. Да не трогай эту часть! О, так лучше, да. Что вы творите? Ой, блядь. Есть кто один? Пасть, ёбаный. Что произошло с хатой? Динчик, у тебя со второго этажа что? Ой-ой-ой. Динчик, у тебя что? Откати, пожалуйста. Подожди. Что произошло? Я Андрея забаррикадировал. Там Андрей. Залети на новом клипе, посмотри. Как вам монтаж? Я над ним очень сильно постарался. Надеюсь, что вы поставите лайк. Как только здесь наберется 5 лайков, я иду снимать видео про то, как я топлюсь в унитазе. Спасибо за просмотр.
чё? Ну и чё делать? Денчик.